выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. И хотят, чтобы название этих брендов звучало в названии стадиона. И смотрим на состав мадридского Реала. Судя по всему, сегодня у команд схожий план на игру. И особо жаркую борьбу стоит ожидать на флангах. Будет внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. И хотят, чтобы название этих брендов звучало в названии стадиона. И смотрим на состав мадридского Реала. Судя по всему, сегодня у команд схожий план на игру. И особо жаркую борьбу стоит ожидать на флангах. Будет внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Хотят, чтобы название этих брендов звучало в названии стадиона. И смотрим на состав мадридского Реала. Судя по всему, сегодня у команд схожий план на игру. И особо жаркую борьбу стоит ожидать на флангах. Будет внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Хотят, чтобы название этих брендов звучало в названии стадиона. И смотрим на состав мадридского Реала. Судя по всему, сегодня у команд схожий план на игру. И особо жаркую борьбу стоит ожидать на флангах. Будет внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Хотят, чтобы название этих брендов звучало в названии стадиона. И смотрим на состав мадридского Реала. Судя по всему, сегодня у команд схожий план на игру. И особо жаркую борьбу стоит ожидать на флангах. Будет внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Хотят, чтобы название этих брендов звучало в названии стадиона. И смотрим на состав мадридского Реала. Судя по всему, сегодня у команд схожий план на игру. И особо жаркую борьбу стоит ожидать на флангах. И новый сезон Лиги Чемпионов начался. Первый групповой матч знаменует собой начало нового Лига Чемпионского года. Нас ждет футбол высочайшего уровня. Росс. Казимир. Реал снова с мячом. Тони Кросс. Тони Кросс — футболист амбидекстер, то есть двуногий. Он может плотно и прицельно пробить поворотом что слева, что справа. Вратарю дружески рекомендую не зевать, потому что Кросс способен пробить из любой позиции. Марсело Виера. Трансфер Гаррета Бейла из Тоттенхэма в Реал в свое время стал первым, который превысил 100 миллионов евро. Много было споров, дискуссий, полемик, стоит ли Бейл этих денег. И может ли вообще кто-то стоить таких денег. Бейл — игрок действительно неординарный, сюрпризов от него можно ждать в любой игре.